Опа-на, пацан-тре! Ёхан! А кто тут явился? Опять Стивончик пришел, да, покорять новый мир Майнкрафта? Ой, конечно я! А кто же еще? Стив, Ёхан и Бабай, бог Майнкрафта! Чё? Не согласен? А ну-ка, лучше лайк сейчас влепи, а то Стив ща обидится и криперов тебе труселя нагонит, поэтому давай быстро лайк поставил. Хорошо, молодец. Ой, ну шо, шо, ща всем андерменам задницу надерем, но сначала надо домишку какую-то построить. Деревца, деревцо, да, деревцо вот это надо добыть и пойдем. Ты кто такой, а? Ты что, буржуан? Ты что, ты откуда тут взялся? Слышь, ты вообще пошел отсюда, слышь, ты! Мать твою, бабенца, ты вообще кто такой? Ты откуда тут явилась, а? Это мой мир, это моя дочка, я тут самая клевая девуля на свете. Алекс меня зовут, запомни это имя, ведь я тут богиня. Какая нахрен шмалик, ты вообще знаешь, кто такой? Я Стив нафиг, бог Майнкрафта, создатель, Стивон, понимаешь, ты кто этот мир проклял? Какой нафиг Стив, я тут самая крутая, ты понял, на тебе яйцо в глаз, ты понял? Так, я вообще не понимаю, ты кто такая? А ты вообще откуда тут взялась? Я уже миллион миров Майнкрафта прошел. Я тебе повторяю, ты меня не перебивай. Я тут самая крутая богиня. А таким вот как ты вообще слова не давали, мужлан вонючий. Ты че, смешно? Слышь, ты че такая дерзкая, а? Че? Дурында! Ты что, хрень совсем? Ты меня пришла, ах ты ж, хавыёк! Собака, отстань от меня, собака! Пришла как... девушку плюнуть, ты? Девушка, какая девушка? Ты свинту скаль, не девушка! Я тебе всё покажу! Я не знаю, как мы вообще очутились в этом мире вместе, поэтому давай, ты мне больше никогда на глаза не попадаешься. Это ты меня слушай ты сюда. Ты не попадаешься. Не друг другу не попадаемся на глаза и живем вообще в других точках этого мира. Согласна? Так, ты на мою территорию не заходишь, этот весь мир мой, а я как бы... Да вообще я манать хотел, все, пошла отсюда, все, даже не приходи ко мне. Ну и вали, дура. Пошел вон. Собака. Вали. Мужлан вонючий. Шалопендр! Шкура! Так, сейчас домишку построим, все у нас будет... Так, этот дурын, да там... Горил же и не попадаться мне на глаза, она там дом напротив меня строит. А ну, Свинтус, на среди там, на ковер, а? Не хочешь? Так, смотри, бегает. Сразу видно, нубка сраная строит дом с... Ой, даже вообще с ней связываться не хочу. Главное, чтобы она сюда не приходила ко мне в гости, а чтобы там жила себе. Свинтус, может, уже настрешь ей там, не? Ой, дура, смотрите, строить там, строить. Все, ладно, все, не хочу. Надо побыстрее двери делать, чтобы она сюда никогда ко мне в гости даже не пришла. Ой, все, давайте, быстро, 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 надо заканчивать, быстро. Сейчас надо факелы сделать, осветить вот это. Что там за хрень творится за окном? Сейчас освещу быстренько, чтобы мобы не прибежали. Вот так сюда. А, еще куда можно? Еще вот сюда можно? Нормально. Ты чё тут немцы? Это ты дурак? Паскуда, собака, ты чё делаешь? Капут в твоей халупе, дурачок! Ах ты ж ЧСВшная дурында. Тупая Алекс или кто-то дома вот там сидит. Так, сейчас я тут ловушку сделаю. Выкину фейковый алмаз, потому что бабы тупые алмазы же любят, да? А сейчас она попадет сюда в ловушку. И я динамитом так же и полдома взорву, как и она мне. Так, я, ну сейчас может выбежит. Так, надо прятаться, надо прятаться. Так, где она? Чё это там такое за окно? Алмазики! Алмазики! Я знала, что я достойна! Я застойна этих алмазиков! Куплю себе бриллианты, кольца, всякие ожерелья! Ой, мои алмазики! Дурында, дурында! Попалась в мою ловушку! А ты ж падла! Вытащи на голову! На тебе на голову! Вот ты мне полдома взорвала! Ща тебя... А нет! Я тебя сейчас...
свечку в жопу ставлю, а ну! Ты не видишь, что... А ты не видишь, что у меня в руках? Да, да, да. Сюда, сюда. Прощай! Алекс, самая крутая, которую меня вытащить. Я самая здесь крутая. Без меня Майнкрафт умрет, пожалуйста. Нет! Жопу подожгут! Нет, нет, вытащи меня отсюда! Спаси меня, придурок! Ах ты ж, говню! Ах ты ж, падла! Скотобаза! Это собака дом свой перестроила, да? О, стекла! Нифига себе, научилась, как все стекла. Так, хорошо, хорошо, ща опять что-то сделаю, у меня тут есть теньки. Она дома, мне интересно. А, я даже дома нету. Хорошо, хорошо. Раз и не хватило одного теньки, значит, в этот раз будет больше. А что ты тут делаешь возле моего дома, а? А что ты тут делаешь возле моего дома? Я за деревом в лес ходил, а? Да, я тут тоже по дровах ходил. Ну, хорошо, давай. Смотри, дура, смотри! Дура, смотри! Да. И чё? И чё сейчас? Что дура натворила? Что мы сейчас делать будем, а? Ты чё натворил? Ты дом взорвал. Ох, капот. Чё сейчас сделать? О! Смотри, какая там полянка прикольная. Вот как бы мой дом там прикольно смотрелся там сверху. Да, вот мой дом просто бы идеально встал вот на это место, да. Я сейчас пойду пасу, я сейчас! Я быстрее! Мое место! Нет, я тут буду строиться! Мое! Нет! Стой! Все, Алекс, так нельзя, мы так ничему хорошему не придем. Мы вообще не ладим. Я предлагаю построить дом на двоих вместе. С тобой жить? Вот с этим оборванцем в голубой майке. О! Я уважающаяся мадама. Какая мадама? Шкура ты, а не мадама. Нет, вместе построим, вместе будем жить. Все, я тут мужик, я в доме хозяин. Я решаю. Ладно, хорошо, строим. Все, давай. И никуда ты тут, баба. Ой, уютный домик, да, мы построили, Алекс. Да. Ой, фу, Стив, фу, что ты тут делаешь? Фу, нафунял, фу, ой. Боже, какая же тупая, а, дура! Иди борщ лучше заваргань на кухне, не возмущайся, не умничай тут. Какой я тебе борщ? Я вообще тут на маникюр собрал. Какой маникюр? Я вообще собаку заведу. Полезнее тебя будет. Какой педикюр? Я пошла, мне денег дай. А еще что, ты кто мне вообще такая? А ты кто такая? Пошла отсюда! Ах ты говня! Пошла отсюда! Да нет, я сама, Алекс, сама дать эти деньги и все. Ой, дура как. Что? Стив! Тут, кажется, к тебе пришли. Тут какие-то дяди. Дяденьки какие-то. Кого? Да дяденька какой-то пришел. Взять дядю твою мать, дура, ты тут. Быстрее, тупой. Вы Стив и Алекс, да? Да, это вы. Короче, как новым молодоженам в нашем городке Майнкрафта, мы вам вручаем приз, точнее подарочек. Поцелуйтесь. Какие молодожены, поцелуйтесь? Вы что совсем? Ты дура, тупая, а тут в дом сюда, иди сюда. Ты совсем дура, какие молодожены, ты что вообще охренел? Дурында, они нам подарок хотят дать, как будто мы молодожены, сейчас не знаю там, что нам подарят, стиральную машину или там кухонный комбайн, ты дура. На кой черт тебе стиральная машина, ты придурок? Да какая разница? На халяву там. Педикюр ждет, маникюр. А смотри, стиральную машину мы-то продадим и пойдешь купишь себе там педифью, вот это все, понимаешь? Бабло бесплатное, дура! Пошли давай! Быстрее, давай! Иди сюда, дура! Иди сюда! А что за подарочек, почтальон? Да, что? Подарочек, ну, в общем, автомобиль, можете его забирать. Удачи вам! Ты слышала? Машина, побежать! Где машина? Ах ты!
мы ее продадим и будем манить. Не, никого мы не продадим, моя машина, моя. Короче, я поехал в путешествие, все. Все, пока, Алекс, пока. Меня, подожди. Поехали, давай. Да не могу, все, поехали. Давай.